все разваливается. Вот нам подделали прямо 2 дня назад. Посмотрите, все пошло в трещинах. Жители дома 8 по улице Школьная негодуют. Подъезд ремонтируют, а качество работы оставляет желать лучшего. Глава муниципалитета Андрей Иванов пришел лично посмотреть, что не так. Одна из просьб старогородковцев – заменить козырьки над подъездами. А когда идет дождь, вот... То есть получается, что у нас вся вода течет вот сюда? Вот сюда, да, конечно. Конечно. Получается скользко зимой. Жители не проинформированы о сроках завершения и видах проводимых работ. В этом и основная проблема, уверен глава муниципалитета. Андрей Иванов вместе с представителями управляющей компании разъяснил, что на сегодня выполнено только 35% от запланированного объема. Лестницу будут переделывать, уголок и мы теперь только бетонировать. Да. Плюс мы тогда меняем козырек, да, делаем ливнесток и выводим его. Вот сюда, в сторону, на газон. Глава поручил отдельно вывесить на дверях, какие работы проводятся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». К середине августа подъезды дома 8 по улице Школьная будут полностью готовы. Эмилия Аркелян, Ферит Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».